Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале МД Регион, меня зовут Антон, и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Для тех, кто впервые на нашем канале, напомню, что неделю назад мы запустили новую рубрику, которая называется «ФАК. Ответ на вопросы». Там я вам предложил написать под роликом ваши вопросы. Сегодня я отвечу на 10 из них. Почему на 10? Потому что если я буду отвечать дольше, ролик растянется, это будет уже неинтересно. В следующий раз мы вот как с вами поступим. Вы, прежде чем написать свой вопрос, прочитайте комментарии, все вопросы под этим роликом. Если найдете вопрос, ну, кто-то из людей задал такой же вопрос, который хотели написать вы ставьте там лайк. Я выберу комментарии, которые наберут больше всего лайков, и буду отвечать на эти вопросы. Так, 10 вопросов, погнали. Олег Стеклянский пишет: хотелось бы активации игры MD Caching подальше от МСК в регионы. По поводу MD Caching. MD Caching мы собирались запустить этой весной, то есть прошлой весной, но из-за ситуации с пандемией у нас этого не вышло. Еще у нас есть вопрос по поводу того, как провести MD Caching, потому что то, как мы проводили его в прошлый раз, в этот раз нам делать не хочется. Почему? Потому что получилось немного сумбурно. Напомню правила: мы закапывали жетон, скидывали координаты на сайте MD Caching, по этим координатам в этой области вы искали жетон, и обязательное условие было снять на видео поиски жетона. Дело в том, что большинство людей сняли просто ужасное видео, то есть с телефона, очень короткое, там буквально 15-секундное, как вы достаете просто жетон, и все. Это не дело. Хочется, чтобы это было все более медийное, чтобы эта игра набирала обороты. И второй вопрос, как нам ее вообще проводить. То есть у нас есть два варианта. Либо мы делаем серебряные жетоны, эти жетоны и будут призами. То есть вам на память останется этот серебряный жетон, это и будет приз. Второй вариант — проводить с обычными жетонами, как это было в прошлый раз. Вы получаете жетон, и по этому жетону вы выигрываете металлоискатель. Какой из двух вариантов вам больше нравится, напишите в комментариях. И если есть какие-то предложения по тому, как можно разнообразить игру MD Caching, как сделать ее более интереснее, то есть, возможно, не координаты скидывать, а делать какие-то головоломки, загадки или небольшие квесты, пишите в комментариях. Как только мы примем решение, разберемся, как нам лучше и интереснее это сделать, MD Caching будет запущен. Я думаю, что в этом году или в следующем MD Caching должен состояться новый сезон. Ну и, соответственно, не только в Москве, Санкт-Петербурге, то есть не только вокруг крупных городов будет, а постараемся разнообразить и сделать даже в самых-самых отдаленных регионах. Пропавшая империя. Привет, есть ли какие-либо новости от MindLab по поводу того, готовят ли они смену Зозику, то есть STX-у 3030? Официальных новостей пока нет, если они появятся, мы обязательно опубликуем это на канале, я сниму по этому вопросу ролик. Единственное, что могу сказать, что компания MindLab пока готовит огромное количество новинок, ничего точного они не говорят, но, возможно, будет и замена STX-у 3030. Точной информации пока, еще раз повторюсь, нет. Следующий вопрос. Анатолий Грызунов. Хотелось бы посмотреть видеообзор МД регион центра, так сказать, видеоэкскурсию посмотреть. Это не проблема, думаю, что в течение недели-двух мы снимем для вас видеоэкскурсию и посмотрите на наш торговый центр. Валерий Сизов пишет: металлоискатель для добивки выбитых мест по глубине, ваше мнение? Я думаю, что можно взять Equinox 600 или 800 с 15 катушкой. Тем более, что в новой прошивке добавилась низкая частота 4 кГц, которая как раз предназначена для добивки выбитых мест. Андрей Обухов. Когда будут новости о ваших фирменных катушках на терку и какой модельный ряд планируете, опять же, под 705-ю? Снайперка, формат, размер, как Неллский Тандер будут? Знак вопроса. Новости по нашим катушкам, я думаю, что будут ближе к сезону, тогда же, когда они и поступят в продажу. Технические катушки уже готовы, осталось запустить их в продажу, но идут некоторые доработки по прочности. То есть отрабатываем все нюансы, чтобы выпустить уже действительно качественный, готовый продукт на рынок. К сезону ждите. Следующий вопрос. Диггер-теорист пишет, это Серго. Я думаю, что смотрите его канал. Прекрасная затея, Антон, а если в виде стрима попробовать? Если делать это в виде стрима, то, скорее всего, это будет очень сумбурно, очень затянуто. И по нашим розыгрышам новогодним я знаю, что людям трехчасовые, часовые видео смотреть не очень хочется. Плюс в прямом эфире, скорее всего, вопросы будут лететь вот так, что невозможно будет сконцентрироваться и
ответить на какой-то вопрос, плюс еще будет куча недовольных, что я что-то пропустил, на что-то не ответил, поэтому лучше мы будем выпускать пока в таком формате по 10 вопросов. Алексей Дигер пишет, хотелось бы узнать о предстоящей новинке от MindLab, которая называется Silver Saver. Известно что-либо? Точной информации пока нет, могу высказать только свое предположение, что возможно, только интуитивные мои догадки, что Silver Saver это, возможно, будет какой-то металлоискатель, который придет на замену MindLab Excalibur. Потому что я прослеживаю некую связь, что MindLab Excalibur это был меч, и здесь тоже Silver Saver. То есть единственное, к чему я могу привязаться, это, скорее всего, подводник и замена Excalibur. Но это не официальная информация, это исключительно мои догадки. Как только у меня появится официальная информация, смотрите наш канал и не пропустите. Андрюха Веселов пишет, в каком году вы начали поиск металлоискателем, какая была ваша первая находка? Если я не ошибаюсь, это был 2011 или 2012 год, это был первый курс моего исторического факультета, и у нас летом проходила археологическая практика в крепости в Изборске. Находили мы там болты от арбалетов, это, наверное, самые интересные были находки. С металлоискателем первая находка была какая-то пробка, а из такого интересного, скорее всего, по-моему, 2 копейки советов. То есть что-то, как у всех, ничего суперинтересного. Соколов Handmade пишет, ребята, привет, у меня у терки треснул пластик на голове, и она фактически отлетела от ручки, которая вставляется в держатель на штанге. Надеюсь, понятно объяснила. Я изоленты примотала, все, и так сезон отбегала. Чего сделать можно с этим? Голова отдельно не продается. Напишите вот на эту почту, это наш сервисный центр, скорее всего, они вам помогут, и нужная запчасть у них будет. И вообще, в принципе, если сломалась штанга, там подлокотник, еще какие-то запчасти, детали вам нужны, то вы всегда можете написать на эту почту, и вам ответят. Ну и последний вопрос, он был самый популярный под роликом. Это вопрос про розыгрыш на 40 тысяч подписчиков 40 металлоискателей. Я его оставил напоследок, потому что хочу поговорить с вами по этому поводу серьезно. Напомню для начала, что когда-то, 2 года назад, мы обещали, что на 20 тысяч подписчиков на нашем канале мы разыграем 20 металлоискателей, на 30-30, на 40-40 металлоискателей. В принципе, так и произошло. На 20 тысяч подписчиков мы разыграли 20 металлоискателей, на 30 тысяч подписчиков, несмотря на то, что наш канал почти год был забанен, его разбанили, и мы разыграли 30 металлоискателей. И прослеживается такая тенденция, что каждый год негатива после такого масштабного большого розыгрыша все больше и больше. Несмотря на то, что мы единственные, кто делает и проводит подобные розыгрыши такого масштаба, потому что если вы посмотрите на другие розыгрыши в сфере приборного поиска, то это, скорее всего, призы там максимум 1-2 металлоискателя или там вообще пинпоинтеры, сумки и так далее. Мы же разыгрываем огромное количество, то есть 30 металлоискателей. Несмотря на это, огромное количество негатива. Ну и последней каплей стал наш внеочередной розыгрыш на Новый год, который проходил в декабре 2020 года. После этого розыгрыша мы получили просто огромное количество негатива и, наверное, 10%, вот если брать в процентном соотношении, 10% позитива и 90% негатива. В связи с этим мы решили, что на 40 тысяч подписчиков мы не будем разыгрывать 40 металлоискателей. Будут в течение года на нашем канале проходить другие розыгрыши, то есть металлоискатели, туристическое снаряжение, либо какие-то аксессуары мы разыгрывать будем. Также, скорее всего, на Новый год мы вас опять порадуем и разыграем какой-то большой призовой фонд. Но поймите меня правильно, столько негатива, столько нецензурной брани, сколько я выслушал после этого розыгрыша, такого пока еще не было. И, скорее всего, если мы будем разыгрывать 40 металлоискателей, то этого негатива будет еще больше. Хочу сказать спасибо всем людям, кто положительно относится к этим розыгрышам, кто поздравляет победителей, даже если сам ничего не выиграл, не отчаивается и продолжает участвовать и смотреть наш канал. Ну и в отмене розыгрыша можно обвинить тех людей, кто постоянно негативит. Люди присылают фотоотчеты в группу, опять же, для тех, кто не верит, что нас постоянно обвиняют, что у нас все куплено, подстановы и так далее, хотя розыгрыши проводят в прямом эфире. Люди присылают фотоотчеты, выкладывают, делятся с другими людьми, и вместо того, чтобы их поздравить, люди начинают их просто оскорблять. За последние месяца два заблокировано на Ютубе и в нашей группе ВКонтакте больше там 120 человек точно за разведение негатива. Мы планировали проводить эти розыгрыши в благодарность вам за то, что вы подписываетесь на наш канал, просмотров подписчиков у нас становится больше, и мы как бы благодарим вас этими розыгрышами. И мы надеялись на позитивную реакцию, и что это все будет весело, в легкой, непринужденной обстановке проходить. Но каждый розыгрыш у нас, мало того, что в чате куча негатива, оскорблений и так далее, так еще и после
розыгрыша мы получаем огромную кучу негатива, непонятно за что, вплоть до того, что люди хотят с нами судиться там из-за наклейки или пинпоинтера, хотя сами не выполнили условия, и на видео это все есть и видно. Поэтому розыгрыша 40 металлоискателей не будет. Кого винить, я думаю, что вы знаете. Нам не трудно и не жалко разыграть среди вас 40 металлоискателей, но получать порцию негатива и читать про себя опять гадости мне очень не хочется. Розыгрыши будут, не отписывайтесь. Я думаю, что тот, кто ради розыгрышей уйдет с нашего канала после этого объявления, напишите мне опять гадости под этим роликом. Но та аудитория, кто нас постоянно смотрит, они останутся с нами и, соответственно, поучаствуют в следующих розыгрышах. Такие вот ответы на вопросы у меня получились. По ценам и акциям я вопросы буду игнорировать, потому что по акциям заранее я вам ничего сказать не могу. Заходите на сайт, либо в наши соцсети, и там всегда информация актуальная есть. По ценам то же самое. На сайте цены у нас всегда актуальные. Заходите, смотрите. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и помните, под этим видео пишите ваши вопросы, и те вопросы, которые наберут наибольшее количество лайков, я выберу в следующем ролике. Через неделю мы с вами увидимся, и я отвечу на эти вопросы. Все, всем пока.